Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. 1 августа, всем привет из Алании, показываю, что я ем, ужин ромкеро, нет, это не ужин, это у меня обед будет сейчас часов 11 вечера, это у меня будет обед, и так Дорадо купил сегодня, она типа дешевая, 99 копейками, то есть по 100 лир, так она 150-160, Дорадо здесь как раз ровно кило, 101 лира, но это не чищено, ее взвешивают, естественно, начиняю ее лучком, чесночком, на кабачках она лежит, и сбрызгиваю лимонным соком, посолил, даже сегодня черным перцем я не мазал, хочу более натурального вкуса, только лимонный сок, лучок и чеснок. Сейчас я покажу, что будет через 20 минут с рыбкой, и также сейчас покажу, что я еще готовлю к рыбке. Ну и готовлю свекольную икру, рецепт очень простой, друзья. Три свекла у меня здесь такие, ну небольшие скорее, ближе к среднему размеру. Одно зеленое кислое яблоко, кисло-сладкое зеленое. Тертая на терке на крупное яблоко и свекла. И три луковицы. И все это сейчас будет тушиться. Две ложки томатной пасты, пару зубчиков чеснока, черный перец. Перец душистый, пару штук туда кину. И все тушится под закрытой крышкой. Где-то минут 20, может чуть больше. Покажу вам потом, что получится. Обожаю эту свекольную икру в таком виде. Ну такая вот красавица. И китаны, две штуки. Прошло 22 минуты, и вот она наши дорадо, красивенькие, и, конечно, вкусненькие, с лучком, с чесночком и кабачки, кабачки загриленные, приятного аппетита, Ромка. И мои дорогие зрители, которые либо бы с Татьяной сегодня оставили мне подарочек, друзья, спасибо большое, за ним я так соскучился, я не ел его уже, наверное, пару месяцев, скорее всего, да, конечно же, это будет вот так вот. И вообще у меня сейчас эти полтюбика, они уйдут с этими рыбками замечательными. Спасибо огромное вам. И приятного аппетита.